Я представляю компанию Neuron Technologies. Это наиболее быстро развивающихся IT-компания в Азербайджане. Мы представляем спектр широких услуг IT-решений, технологические решения в сферах как образования, сельского хозяйства, здравоохранения. Но основная цель нашей поездки – визит в Минск – значит, в том, чтобы представить наше решение здесь, в Беларусь, и наращивать значит, двухсторонние наши отношения с белорусскими партнерами, потому что существует большой потенциал наращивания значит, двухстороннего партнерства. И чтобы взаимодействовать вместе, не только в Беларуси, в Азербайджане, во всем регионе. Я считаю это целесообразно, значит, найти местных партнеров белорусских, разработчиков компании, и вместе с белорусскими партнерами выйти на третьи, значит, страны, на новые рынки в Центральной Азии, на Востоке, то есть на Ближнем Востоке. Даже на рынках, как в Африке, допустим. Мы работаем сейчас очень успешно за рамки Азербайджана в Центральной Азии, выходим на рынки в Африке, в страны, как Танзания, Эфиопия, то есть Юго-Восточная Африка. Я считаю, это очень необходимо, значит, взаимодействовать вместе, как я уже сказал, наращивать вот, уже установленное партнерство, сотрудничество в этих сферах. А как насчет наших услуг и конкретных решений? Мы представляем значит, решение, платформа называется Unibook. Это управление учебного процесса, LMS, Learning Management System, очень успешно внедряется в Азербайджане. И мы уже экспансируем это решение уже за рамки Азербайджана. Потом мы успешно работаем в других отраслях, как сельского хозяйства. Мы внедряем системы региональных информационных систем, называется ИРИС, фермерный дом. То есть такого плана у нас очень существует большой потенциал. А в Беларуси уже установлено уже несколько лет большой ресурс, база ресурсов программистов. То есть если мы соединим наши усилия вместе с белорусскими партнерами, я думаю, что мы достигнем больших результатов.